такие вопросы как бы о самодурстве чиновников, на них всегда очень тяжело отвечать. Ну, кто знает, ну, человеку надо как-то проявить себя, что-то, сделать видимость работы, показать, наверное, какой-то. Я уверяю вас, в Москве достаточно количество, так сказать, объектов, куда этому человеку, чиновнику, следовало бы приложить свои усилия. Ну, например, разрушаются памятники истории и культуры. Например, идет под видом реконструкции фактически уничтожение исторического наследия. Вот чем надо заниматься. Чем здесь Газманов? Хорошая песня, никто не жалуется. Там нет ни мата, ни какого-то, так скажем, чего-то оскорбляющего Москву. По-моему, очень интересное произведение. Популярное. Поэтому я считаю, это абсурд. Имитация деятельности.